Паспорт гражданина Российской Федерации – документ с долгой и богатой историей, берущий свое начало со времен Петра I. На днях счастливыми обладателями и этого документа стали еще 14 человек – дмитровчан, недавно отметивших 14-летие. По традиции, торжественная церемония, на которой молодым людям вручили паспорта, прошла в Центральном дворце культуры «Созвездие». Участников мероприятия напутствовал депутат Совета депутатов муниципалитета Роман Сунгуров. Любовь к нашей замечательной, самой лучшей в мире родине, она у вас есть, она прививается со младенчества. А вот сейчас эта любовь будет документально зафиксирована. Это тоже очень необходимо. Да, бывает. И вы получите свой главный документ, паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт – это свидетельство того, что вы являетесь частью истории нашей страны. И я так думаю, что именно вы впишете важную, значимую и очень положительную страницу в нашу историю. Получение паспорта открывает широкие возможности и накладывает большую ответственность. Прежде чем впервые взять в руки основной документ, молодые люди принесли клятву юного гражданина Российской Федерации. Мы клянемся своей учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя Дмитровской земли, Подмосковья и России. Клянемся! Клянемся! Мы клянемся быть достойными памяти тех людей, которые отдали свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. Клянемся! Клянемся! Мы клянемся все свои знания, весь свой труд и все свои силы отдать на то, чтобы быть настоящими хозяевами земли Дмитровской и всемерно способствовать возрождению Великой России. Клянемся! Клянемся! Этот день особенный как для виновников торжества, так и для их родителей. Теперь я официально гражданин России. Что для тебя значит быть гражданином России? Любить Родину, быть рядом с ней. Он гордится, то, что он гражданин России, что он получил сегодня паспорт долгожданное это событие. И я очень рада, что на торжественной обстановке мой сын получил паспорт. И это не просто так, как бы вот повседневно, что тебе вручили, а вот именно вот это надо, память на всю жизнь. Пожелаем юношам и девушкам достигать поставленных целей и быть достойными гражданами своей страны.